Ревека в дом отца спешит, несет кувшин с водой. Взгляните, как прекрасен вид девицы молодой. Из-под кудрей глаза блестят, пленяет легкий стан. Навстречу ей выходит брат, встревоженный Лаван. «Тебя я долго ожидал, сестру он укорил. Кто золотые серьги дал, браслеты подарил?» «Прийти я раньше не могла, — Ревека говорит, — я у источника была, там караван стоит. Несла я бережно кувшин, чтоб воду не пролить, и вдруг подходит господин и просит: дай мне пить. Я подала ему воды и напоила скот, дал украшения за труды мне незнакомец тот. Он к нам просился на ночлег. Спешит к нему Лаван. Вот у колодца человек, верблюдов караван. С почетом путника привел Лаван в отцовский дом и пригласил его за стол. О деле о своем сначала должен гость, сказал, друзья, поведать вам. Что ж, говори, меня прислал ваш дядя Авраам. Состарившись, мой господин сказал: клянись мне в том, что из родной земли мой сын возьмет жену в свой дом. И я верблюдов снарядил, покинул Ханаан, и ангел Божий послан был и вел мой караван. И вот вечернюю порой у городской стены, окончив путь нелегкий свой, остановились мы. Я знал, что женщины придут к источнику сейчас, и к Богу обратился тут. Услышь моленье глаз, Господь Всевышний, сделай так, чтоб по моей мольбе сын Авраама Исаак нашел жену себе. Пусть деве той, что даст мне пить, верблюдов напоит, женою Исааку быть отныне надлежит. Еще в уме не перестал молитвы я творить, как эту деву увидал и стал с ней говорить. Она кувшин мне подала, я жажду утолил, узнав же, кем она была, я Бога восхвалил. Согласны в жены вы отдать Ревеку или нет? Скажите, что мне передать хозяину в ответ? От Господа сии дела, ответствовал Лаван. Ревека мужа обрела, пусть едет в Ханаан. И караван в свою страну отправился опять, и встретил Исаак жену, спеша ее обнять. Господь им милость сотворил, благословил их брак, и всей душою возлюбил Ревеку Исаака.